Здорово, всем привет. Вот такой вот приборчик чудный. Надо в Мерседесик прописать дампик. Выбираем его. Вот, собственно говоря, он видит, какие у нас ключики уже есть. Вот, открыли, когда мы... Вот видны все ключики, которые есть, активированы и так далее. Сохраняем. Далее открываем с вами вот это вот замечательное окошко, нажимаем открыть, будем подготавливать дампики и припары K-файл, так называемый, нажимаем. Вот процесс пошел. И у нас создаются все необходимые под каждый ключик дампики. Процесс пошел. И предложила уже сделать готовый ключ. Сохраняем туда, откуда брали исходник. И нажимаем сохранить. И сохраняет готовые дампы. Вот, собственно, и вся процедура.